Дощека. За что, ребята, сегодня я видел буду кашу, потому что я болел. Короче, ребята, вышел новый обнова. Подожди, Роман, что? 1.30? Не, 1.36. Да, и тут добавили чипсы. Лито какое-то. И вот такой вот пудрочек. Такое, ну, оно в этом... А то не. Не, самое вот это, думаю. Короче, еще добавили какого-то кикачата. Так, я убегаю от этого кикачата. Душесту. Я убиваю. Так, соспамню вот эту. Может, меню что-нибудь добавилось? Ну, ничего не добавилось. Ладно, давайте нажму на вот эту кнопку, но все равно сейчас раз погоди, кажется. Так. Ах, это ж... Это деньги, блин. Ладно. Блин, это ладно. Знаете что? Вот, ребят, знаете что? Я сейчас сделаю один баг. Вот это есть как обычные. И смотри, нет. Когда мы создаем сервер, хотим создать... У нас это должно быть как зеленая карта. Но почему это у нас тут? Кстати, ребята, они убрали ту самую пасхалку. Так. Или только карта обновилась? Нет, то что телек заглох. Заглох. О, костер. Состав. Дерево. Касса какая-то. Ладно, убираю. Ой, там что за дерево? Бум. Дерево, блин, это из Чаухауса, ребята, уж. Из Чаухауса. Уже будет... Ну, Чаухаус. Вы помните такое дерево? Оно стоит прям где-то перед гаражом. О, светофор с какой-то карты. Санти с какой. И забыл, как это выглядит. Где эта карта? О, письма, но она ни в одних картах вроде не была. О, вот это я помню, это было... Это... В какой-то карте. Я не помню, в какой, ладно. Кстати, ребята, это ж как... Помните чипсы? Эти чипсы были как пасхалка. Но они, оказывается, их добавили там, в приватный сервер. Откуда я мог знать, что их добавили в приватный сервер? Но я не знал. Когда я посмотрел сразу, то там увидел какие-то чипсы. Ну, думаю, что скоро, ребята, вот эти чипсы добавят и в чекинга, потому что я думаю, скоро выйдет версия 3.3.02. Я так предполагаю. Ссылки не применялись. Там мне папку Крейни. Так. И на ноги вот человечка. И кощата тунт. Так, и файтермена. О, давайте их убьем с этой. Угоди. На, получи. Короче, ребят, знаете что? Тут есть еще одна карта, вот такая вот. О, какие тут текстуры свежие. Ладно. Так, тут поменялось что-нибудь? О, тут цвет так-то поменялся. О, а тут есть... Что скопил? Так. Печально, что у нас в игре нету. Ребята, извините, что всегда кашляю, я вот заболел сильненько.
Я вот заболел, я должен выздороветь скоро. А, посмотрим на этот еще раз. Костер, блин, ну так плохой сайт, так какой карты. Так, да блин. Так, сюда с охоты. Кстати, тут должны быть одни штуки. Короче, он карте совсем сильно, очень сильно. О, дым прям идет. Ладно, так, еще. Авто мне. Да он вообще в доме не виден. Он как будто не видный. Ладно. Ну, ребята, я не знаю, что можно вам еще чего вам еще можно. О, вот это что такое? О, вот это и есть камера. У нас еще. Как это красиво. А что, камеру добавили уже? Погодите, погодите, погодите. Я хочу проверить эту вещь. Я же если-то камеру-то добавили в чекинган. Пока я сейчас посмотрю. Рука. А что будет-то? Так. Идем к этому сундучку. Там вот это. Вот это. Там еще есть эти бриллианты. Чего? Блин, ребята, камера выглядит классно. Она лучше, чем... А мы что, играем за кого? А мы за кого играем? Мы что, играем не за читина, оказывается? Чё за прикол? Поиграем за руки читина. Так вот почему у нас есть ну. А, у нас еще ноги же есть. Смотрите, ребята, сейчас посмотрим, за кого мы играем. Да не мы играем, а ничего. Да, мы реально играем, а ничего. У нас камера такая киловая сумма. А он не станет... Он кажется странным, что это вообще подходит на видео. Вот разработчик Чикенкана придумает очень такую же идею. Ладно. Камера-то выглядит классно. Удали ту старую камеру. Притом вот эта новая, она классно выглядит. Она как-то лучше выглядит, чем та прошлая. Что-то кажется, что она выглядит лучше прошлой. Я не знаю, либо можно удалять, или удалять. Я знаю, эта камера как-то лучше выглядит немножко. Но все-таки играем и играем. А почему-то мы тут играем? За руки, за ноги, за оружие. Пока слушай огонь. Дай полею и полею, полею. Турецкий. Потому что... Она уже не была с первого раза. Так, беру чипсики. Буду сейчас их кушать. Вкусные чипсы были. Лип. Нахожу еще чипсы. Короче, я много чипсов хочу. Много чипсов. Я пшора чипсов. Ням-ням-ням. Я много чипсов ем. Ну блин, разработчик крайнего чипинга, ну попозже эти чипсы позже. Да и это видно. Можешь скопировать, можешь добавить, а? Ведь, а? А то я не понимаю, почему ты еще не добавляешь вот это и вот это чипсы. Это же было бы круто. Это уже так круто было бы. Короче, ребята, кому мы красный? С вами был Роман 1000К. Всем пока-пока.